вопрос такой, не могли бы рассказать о фестивале Херапанчами? Херапанчами is on the fifth day after the Ratha Yatra. Фестиваль Херапанчами проходит на пятый день фестиваля Ратха Ятры. You know, as I mentioned, Lord Jagannath is in Gundicha or Gundicha temple or Vrindavan. То есть, как я уже сказал, Господь Джаганатха, он едет в храм Гундича, то есть во Вриндаван. And he went there without Lakshmi. И он туда едет, получается, без Лакшми. So Lakshmi is still at the Puri temple. А Лакшми остается в храме Пури. So she become upset that Krishna has stayed away for so long. И она начинает расстраиваться от того, что Кришна так надолго уехал. And she goes out on the fifth day with her servants to chastise Krishna, our Lord Jagannath. И на пятый день вместе со своими служанками она едет туда, чтобы отругать Кришну, то есть отругать Джаганатху. And they beat the servants of Lord Jagannath. Her servants beat the servants of Lord Jagannath. И ее слуги бьют слуг Господа Джаганатхи. That is the festival Херапанчами. Это называется фестиваль Херапанчами. So after a few days, Lord Jagannath comes back. И через несколько дней Господь Джаганатха возвращается обратно. Okay, Hare Krishna. So a little bit more kirtan. Споем еще киртан. Thank you.
Krishna. Thank you.
увидимся завтра на Ратхе. Харе Кришна. Прасад сейчас. Будем нас просить. Харе Кришна. Можно еще, кто может немножко помочь в уборке зала, помочь Матаджи Рагалеке свернуть изображение. И кажется, надо ее отвести, если кому-то в сторону современника. Она вам будет очень благодарна. Thank you.
обычно смотрим в камеру, что я получил сразу. Вот, как надо применять? Как смотри сюда, вот, видишь? Вы сейчас поедете? Я не могу.